Социальный показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» состоится в киноцентре «Лимонад» в Петропавловске. Перед началом сеанса зрителей ждет творческая встреча с идейным вдохновителем киноленты, фотографом дикой природы и подвижником заповедного дела России Игорем Шпиленком. Там же будет организована выставка акварельных картин, написанных по мотивам фильма. А главными зрителями станут активные участники природоохранных и социальных проектов Кранотского заповедника. Предпоказ картины уже состоялся 7 апреля. Его посмотрели жители поселков, расположенных рядом с Южно-Камчатским федеральным заказником, природа которого вдохновила создателей фильма. Напомним, что мировая премьера киноленты «Медведи Камчатки. Начало жизни» состоялась в начале февраля 2018 года на фестивале в столице Финляндии. Также показы прошли на фестивале в Эстонии. 5 раз фильм собрал полные залы и массу восторженных отзывов. Отметим, что в российском прокате картину покажут летом и осенью 2018 года.